Видите, вот эта вот дальняя, она захватывает вот ряд, три этих только. Угу. Больше она не видит, она четвертую только видит. А вот эта камера, она наоборот последняя захватывает. И весь кабинет как на ладони. Всего в 17-й школе установлено 38 камер видеонаблюдения в кабинетах. И все их необходимо проверить перед тем, как они начнут записывать сдачу ЕГЭ. Тестирование всех камер, тестирование аппаратного оборудования, то есть включение, проверка ракурса камеры, то есть куда они смотрят. А во время экзаменов, то есть мы за ними постоянно наблюдаем. Ежегодно ученики северной части города сдают итоговые экзамены в 17-й школе. Именно поэтому в кабинетах установлены камеры, которые будут записывать и транслировать онлайн на сайте «Смотри ЕГЭ», как проходит сдача экзаменов. 17-я школа начнет принимать экзаменующихся 31 мая. В рамках процедуры любого года проведения госаттестации в нашей школе приготовлено и оборудовано 18 аудиторий. В нашей школе сдают обязательные предметы, то есть математика, русский язык, все выпускники северной части города и, в принципе, в южной части города, в 4-й школе, это выпускники той части города. И все предметы по выбору сдаются на базе 4-й школы. Каждый экзамен будет длиться порядка 3,5 часов. Все это будет проходить под пристальным вниманием камер и педагогов. Но ученикам свое внимание нужно направить на задания в экзаменационных билетах. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».